Парі-матч. Заряджений перемагати. Прежде всего, я бы хотел отметить работу нашей службы безопасности, которая во главе с офицером безопасности отреагировала на информацию о готовящихся провокациях. Наши болельщики клуба, люди, которым не безразличен футбол в Харькове и, в частности, в «Металлисте» 19-25, проинформировали нас о такой возможности, о готовящихся провокациях различного рода, начиная от фаеров, заканчивая возможным выходом на поле болельщиков. Мы своевременно отреагировали посредством заявления на клубном сайте, в котором, по нашему мнению, мы должны упредить эти явления. Все, ничего сверхъестественного мы не сделали, мы сделали свою работу. Мы некомпетентны отвечать на эти вопросы, мы можем лишь только предположить, какие могут быть методы, направленные на срыв матча. Еще раз повторюсь, это либо какие-то пиротехнические моменты, либо выход на поле, несанкционированный выход на поле болельщиков. Ну, либо людей, которые совсем не болельщики. Мы подготовились, было привлечено максимальное количество стюардов. Работники стадиона были проинформированы должным образом, предупреждены о возможных провокациях. Это все, что мы можем сделать. Также мы надеемся на работу правоохранительных органов по периметру стадиона. Массовые беспорядки должны быть просто вне футбола. Футбол, прежде всего, для болельщиков.